Ребята, всем привет! Сегодня хотел бы вместе с вами снять краткий обзор на рубанок Interscol. Модель рубанка R110/1100M. Потребляемая мощность рубанка 1100 Вт. Ширина строгания 110. Глубина строгания от 0 до 3 мм. Частота вращения 16 тысяч оборотов в минуту. Данный рубанок комплектуется литой алюминиевой платформой. Также у этого рубанка высокая скорость вращения фрезы, плавная регулировка глубины строгания, блокировка случайного включения. Ножи у данной модели рубанка комплектуются из быстрорежущей стали. Ну и также хотел бы отметить, что у данного рубанка преимущество, что есть возможность стационарной установки. Станина на данный рубанок идет в комплекте. Давайте попробуем эту коробочку раскрыть, посмотреть. Рубанок выпускается уже давно. Конструкцию рубанка они не меняли, так как модель, я думаю, получилась у них неплохая. Сейчас весь электроинструмент марки Interscol переносится к нам в Россию производить под Казанью. Республики Татарстан. Обратите внимание, данный рубанок идет инструкция по эксплуатации. Обязательно у рубанков Interscol идет гарантийный талончик. Гарантия на весь электроинструмент Interscol год. Также есть список сервисных центров. Он достаточно большой. Я думаю, что в любом регионе нашей страны данный инструмент можно смело обслуживать. Проблем с этим никаких не возникнет. Ну и, конечно, если мало ли вы этот электроинструмент купили у нас в магазине и в вашем там поселке или деревне нет возможности его отремонтировать, вы можете нам его отправить почтой либо транспортной компанией. Мы произведем гарантийный ремонт и отправим вам его обратно. Все расходы транспортные наш интернет-магазин берет на себя. Также идет в комплекте с рубанком насадка для выброса стружки. Вот такая вот коробочка идет в комплекте. Давайте посмотрим, что здесь идет. Здесь у нас идет запасной ремень. Я думаю, что это неплохой бонус. Также идет ключик для регулировки ножей, приспособление для выставления угла. Рубанок у нас есть. Рубанок достаточно массивный. Вот такой вот красавчик. Можно использовать как станочек, если стационарно его закреплить для этого. Посадочные места есть. Обратите внимание, что вместе с рубанком идет запасной комплект ножей. Я считаю, что это тоже неплохой бонус. Кабель идет мягкий. Мощность, еще раз повторюсь, у данного рубанка 1100 Вт. Сборка у данной модели пока еще Китай. Но этого они не скрывают, да и до этого он 5 лет производился в Китае. То есть за качеством ребята следят. Давайте попробуем запустить его. Рубанок мощный, плавный пуск стоит у него. Работает чисто. Мне вообще нравятся Interscol рубанки. Что 82 модели, что 102, 110. На рынке они пользуются хорошим спросом. И в течение всего рабочего времени данные рубанки несут только, чтобы заточить ножи. Также в комплектации идет упор боковой.
Я считаю, что за эти деньги на сегодняшний день он в нашем интернет-магазине стоит 4950 рублей при учете, что при оформлении заказа в кодовом, в комментариях к заказу вы укажете кодовое слово. В этом году оно у нас зима 2018. Так что, ребята, если ищете надежный, мощный рубанок со стационарным креплением, советую присмотреться к этой модели. Модель, еще раз повторюсь, Interscold R110/1100M. Покупайте, останетесь довольны. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам видео наше понравится. Всем удачи!